В Китае решают глобальные проблемы мировой экономики. В Ханчжоу открылся саммит G20. Его тема звучит так: строительство инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики. На встречу Большой Двадцатки съехались главы стран-участниц, а также руководители других государств. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина в саммите участвует Нурсултан Назарбаев. Именно здесь решаются главные вопросы дальнейшего партнерства, которые могут изменить геополитическую картину. Рост мировой экономики продолжает снижать свои темпы. На сырьевом рынке все те же резкие колебания, и даже из быстро развивающихся стран утекают капиталы. Одна из задач саммита – найти и обсудить наиболее эффективные пути урегулирования кризиса и острых политических вопросов.